Где была? Где надо. Когда поедем табличку заказывать? Когда паспорт сделаешь. Поехали. Табличку надо, потому что мы же хотим повесить вот эту штучку на калитку. Но здесь надо над ними, знаете, как обычно, осторожно, такая собака там, ну, осторожно собаки. И вот я Викторию упрашиваю поехать заказать табличку, так у нас есть знакомый художник. Они напишут, что осторожно во дворе собаки. И мы ее приклеим сверху, а эту на саморезе прикрутим. Ну что, когда поедем? Не знаю. Не знает она. Пойду место посмотрю, примерю, где она будет висеть. Пошли, Марсюнчик. Пошли. Только я буду с той стороны примерять. Марсик. Ух, тяжеленькая какая штучка. Я буду примерять с той стороны, а ты будешь с этой. Потому что с той стороны там другой мир. А кто его знает, чего у Марсика на виду. Но тут у нас что-то уже есть. Видите, вот с той стороны. Там Маша на машине. Слышишь, машинчик? Ну что? Некуда нам вешать. Придется на забор вешать. А под почтовым ящиком не пойдет. Марсик, пойдем со мной. Марсик. Марсенчик. Пошли. В общем, ты постой. Здесь? Нет, я тебя туда не буду брать, потому что ты без ошейничка и без поводочка. Я сам схожу, примерю. Марсюха. Нет, 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 нет. Нет, Марсик, отходи. У меня руки заняты. Марсюнчик. Марсюнчик. Я знаю, как ты выходишь. Марсик, потом тут все курицы летят. Я пока просто примерю. Потом тут, знаете, что творится на улице? Ну, все же видели, как я за курицей гонялся. Вернее, я за Марсиком гонялся, а Марсик за курицей. Ну что, земляне, как-то вот так вот тогда будет. Ну, вот видите, у нас тут такая калитка. Я как-то иду. Ну что, хорошо? И меня видно. Вот так будет. А здесь вот табличка будет. А какая? Ну, увидите. Ну, как-то так, да. И все главное под цвет, вы видите, как угадали. Наталья Косова как угадала. Смотрите, прям как. Все, и даже под номер, видите, подходит. Пойду. Масику доложу. И куриц не видать. Но это не видать, потому что Марсика нету. Стоит появиться Марсику, и тут же и у курицы найдутся, и эти найдутся, как их, кубики. Марсюха, ты тут? Я иду. Марсюнчик, о, ты уже мертвый. Все, я нашел. Где будет табличка. Все, вы рады, да? Вижу. Все. Осталось зарядить шуруповерт, найти саморезы. Пошли саморезы искать. Пойдем. Ну, знаете, сколько подготовки. Пока все это сделаешь. Все. Шуруповерт у нас там на крыше. Делаем же кранбалку.
Теперь надо будет еще найти саморезы. Здравствуй, Саш. Ты там что делаешь? А, попадали ветки. О, ребята, ветки подвешивались. Ветер был и раскачал. Ну что, вот у нас тут саморезы. Найдем. Вот он. Один. Вот. Еще четыре надо. Ну-ка, примерим. О, отлично, видите как? Видели, как хорошо? Марсенчик. Вот он. Мирка. Мирка. Мира. Ну, тебе ж показывают. Мира. Обычно она проявляет себя любопытством, а тут что-то они как-то безо внимания. Ну что? Ну, в общем, я саморезы найду. Я думаю, не стоит это показывать прям такие подробности. Ну вот еще один нашел. Вот. Видите, вот так вот я остальные найду. Ну, будете мне помогать или нет? Чего я все один? Марсенчик, я ходил, примерил один. Теперь саморезы ищу. Давайте. Быстро. Выбирай, Мирка. Вот, ищи маленькие. Маленькие какие. Вот я тебе покажу. Такой. Мирка. В рот-то не бери. Вот такой надо, вот. Все, нашла? Вот, давай. О, вот он. Все, молодец. Хватит. Все, нашли. А то вы еще такие, что и в рот будете сувать саморезики. Особенно Мирка. Она уже все перепробовала. Ветер поднялся. Все, нашел 4 саморезика. Марсик утомился. Мирка тоже. Ну, тоже тяжелая работа. Найти саморезы. Еще надо ехать за шуруповертом. Ну, главное, что все уже лежит, приготовлено. Они уже тоже готовы. Привезу шуруповерт и будем укреплять. Марсенчик, у нас есть одно дело. Вот я уже приготовил. Когда мы повесим? А? Спроси у своей хозяйки, когда мы повесим эту штуку. Спроси у хозяина, Марсенчик, когда он повесит эту штуку. Хозяин, когда ты повесишь эту штуку? Я же хотел, чтобы ты участвовал с нами. Думаю, если мы сейчас будем вешать, да, их же надо тоже с собой брать на улицу. Марси ходит как кавалерист. Слушай, ну ты слушай, я что придумал. Я же, вот что нас спасет, смотри. Вот это нас спасет, вот. Вот это вот, Марсючек, знаешь, что это такое? Мы снимем фильм, как вешаем твоего двойника. Я потом покажу, как это будет происходить. Это мое изобретение. Человечество мне за это будет благодарно. Понял? А где остальные? Слышишь, ты посмотри на него, сколько мух. Ну что, жопенький. Знаете, сколько на нем мух сидит? Эй, перевозчик мух. Посмотри. Что это они на нем? И на хвосту у него 5 штук сидит. Марсик, постой спокойненько. Глянь, я покажу человечеству, сколько мух на тебе сидит. Нет. Марсик, он это, знаешь что? Если камеру выключить сейчас, он ляжет и будет лежать. Когда включена камера, Марсик тоже включенный. Лерочек, ну что ты, лапка зажила? На солнышко вышел погреться. Ехали. Мы сейчас едем, земляне, мы сейчас едем за саморезами. Вот для вот этой штучки купим 4 самореза, потому что те саморезы, которые я нашел, не подходят. Они не того цвета, не того калибра. И вот сюда в дырочку они не лезут. Вот. Поэтому мы вынуждены вот нарядиться, с
собраться и поехать. А потом повесим табличку. Вот и заехал. Хороший, красивый магазинчик. Вот такие саморезики. Виктория ждет в машине. Все, едем крепить. Здравствуйте, земляне. Я Александр Док. Вот и наступил момент истины. Нет, это я только себя снимаю. Сейчас будем вешать барельеф Марсику. Это для меня первое такое испытание, серьезно. Потому что мне приходилось вешать две доски почета, даже, извините, три. Одну в больнице, Вера Ксенофонтьевна Слепухина. А одна Суворову на кинотеатре. Суворов основал нашу крепость, Кавказскую. Оператор не выдержал, ушел. Оператор, приходи. А еще одна доска почета, Вершинину. Он тоже здесь. Надо связано с войной. Вот, три доски почета. Это у меня четвертая доска почета уже предстоит. Ну как доска почета? Ой, блин. Барельеф, вот он, Марсюнчик, ты где? Я уже заговорился. Сейчас начнем вешать. Оператор сейчас приготовится, выйдет. И вперед, земляне. Будем показывать. Ну, я волнуюсь, короче. Вот ездили, видишь? Саморезики купили. Ну, потому что те... Пошли готовиться. Те саморезики, они блеклые, но нам надо яркенькие, чтобы... Вот, все уже приготовили. Вот они, видите? Эти саморезы, вот они покрытые, анодированные. И со временем они поржавеют и будут черные коричневые пятна. А это чистая латунь. Вот мы, Марсюшка, ездили. Такой есть магазин «Крепеж», «Савик» называется. Это вот я аккумулятор зарядил на шуруповерт. Все, готовим. Лирик, зови всех остальных. Шуруповерт. Есть. Зови Марсика. Марсика. Бегом. Жорика зови, Мирку зови. Начнем. Пошли. Быстрей. Лирочек, становись на лапку. Ну, ты же зажила давно. Радуется. Так, а нам же надо открыть калитку. Я же сказал, что, смотрите, тут преодолеть какое препятствие придется. Если мы выйдем на улицу и будем там с той стороны крепить, то, конечно, вот эта вся команда поразбегается. Или поразбежится, как правильно. Короче, лыганет и ищи свищи. И я придумал, вот что нас выручит. Показываю, буду подробно. Вот это вот. Вот это нас спасет штука. Для чего она и каким образом она нас спасет, сейчас покажу. Готово? Оператор готов. Вот, оператору передаю камеру, будет меня снимать. Нанял, недорого. Шубка. А ну, что делать? Хорошо, хоть не это, сейчас скажу, не Шубка соболинная. Шубка дешевле, чем машина. Ну да, хорошо, хоть не соболинная. Согласилась за шубку, простую шубку, обыкновенную, шубочку серенькую такую. Видишь, какая? Да. Скромная. Говорит, буду снимать тебе. Вот, ну что ж. А что не сделаешь для человечества? Все, передаю камеру оператору и погнали. Он такой красивый зайчик сидит. Не отвлекайся, оператор. Помаши человеку ручкой. Красиво. Смотри, как Марсик сидит красиво. А, ну да. Марсенчик, ну нам предстоит тяжелая работа. Не то, что тяжелая, ответственная. Ой, солнышко черненькое. Все. Уголечек. Да? Ты уголечек? Ну что, земляне, ответственный момент. Все приготовил, ключ взял. Открываю калитку. Закрывай. Ага. Вот это... Отходи. Марсик, иди я сюда. Я уже знал, что так будет. Уходи, Марсик. Это другой мир, туда нельзя. Отходи, Марсик. Отгоняй. Марсик. Сейчас я быстро выйду. Опа. Все, успел. Ага, теперь она падает. Надо подпереть чем-то. Да ты ее сюда, с наклоном и все. А они в дырку выскочат. Уходите оттуда.
Быстро разверну. Уходите. Вот так. Все. Все. Теперь мы... Вот. Вор. Ну что. Давненько не вешал я барельефов. Ну что, вот так сюда. Давай. Табуронка выше, ниже регулируй. Нормально. Нормально? Да, уши равняй. Чтобы он у тебя как-то боком. Вот так что? Да. И по центру. А, тогда попа сюда уходит. Вот так, наверное, чуть-чуть. Чтобы попа. Ну так пойдет, нормально? Пойдет. Мне ж не видно. Уши нормально? Нормально. Смотри, это дело ответственное, серьезно. Теперь смотрите, что я делаю. Отметочки делаю. Земляне. Вот эти вот кружочки, ой, съехало что ли? Не съехало? Нет. По-моему, съехало. Там ничего не видно, что ты рисуешь? О, тогда неси мне маркер. Маркером надо. Так, прибежал, принес. Маркер размечаем по новой. Сейчас я хочу с землянами поделиться одной хитростью. Она небольшая. Марсюнчик, не балуйся. Так, ставим опять. Ну как? Уши теперь я знаю вот так. Попа сюда, это сюда. Ну, примерно вот так, да? Угу. Смотрите, что делаем. Рисуем кружочки. Опа. Ну, вот. Ну, теперь еще, смотрите, что делаю. Я рисую такой крестик. Для чего я этот крестик делаю? Чтобы вот это же, да, по-моему? Угу. Вот она. Крестик делается для того, чтобы не ошибиться в размере. Потому что кружочек такой не видно. А крестик видно. Я всегда увижу. И даже если я уйду от кружочка, то крестик мне не даст. Я... Ну, это же я ж как меткий стрелок, видели видео с моими этими стрелялками. По-моему, вот так, да? Все. Разметка произведена. Следующий этап. Сверление. Сверление. Производим. Марсик, отходи, а то стружечки будут лететь тебе на головочку. Уходи, Марсюшка. Или ты там смотришь дырочку в тот мир, смотри. Ну что? Я волнуюсь, наверное, пойду очки одену. Выключай. Так, сходил за очками. Проверь, а то я тут понаразмечал, может быть, сослепу. Так, надо... А где колпачочек упал? Сейчас вот это вот высохнет. Марсик, ищи колпачок. Где ты его бросил? Так, ну что? Я просто проверить. То ли я начертил или нет. Марсюнчик! Ну, тогда мы сделаем так. Одну дырочку просверлим, а потом остальные. А где колпачок? Да вон она его уже съела. Она или он? Она. А вон Лирик пришел. Вон, переведи. Сейчас его погрызут. Лирочек, он со стороны посмотрит. Так что, теперь все уже, маркер приведец. Ну что, сверлим. Ой. Ух ты. Есть первая дырка. Одну. Теперь надо сходить. Выключай. Пошел забитый. Ага. А теперь знаете, что получается? Я что и боялся. Я боялся того, что резьба на шурупе не до конца. Пошел теперь я за пассатижами и отверткой. Ну, потихонечку процесс идет. Столько пришлось преодолеть всего.
подложить шайбы. Вот шайбочка, видишь? Вот. Потому что шурупчик резьба не до конца. Марсюнчик, иди держи здесь. Марсюха, где он там? Он периметр охраняет, да? Чтобы там никто оттуда... Пасет. Ты что там пасет? Границу. Он же у нас пограничник. О, глянь. Вот что это такое? Марсюнчик. Ты видел? Вот вешаю. Ой, это ж кому-то брюки стирать придется. Тебе. Тебе. Я бы настираю, что потом скажешь, лучше бы я тебе это не просила. Ну что, земляне? А? Как вам? Во. Во. Ну что? Вот это что-то кривенькое. Или это шуруп такой? Это саморез такой кривой. Мертво? Земляне, вы думаете, это и все, на что мы способны? Вот это раз, и на этом все закончилось. Нет. Сейчас еще маленький такой штрих. Я пойду, принесу его. Здесь еще кое-чего не хватает. Марсюнчик, что здесь не хватает? Мирка, Жорик, идите сюда. Что не хватает здесь? Вот, вот иди отсюда, зайди, сними. И пусть земляне скажут, что здесь не хватает. Шура, иди туда. А мы сейчас установим недостающий элемент. Иди сюда, Марсюха. Иди. А зачем вот это я принес? Для чего? Никто не знает. Ну что, пошел я за недостающим элементом. Укрепим. И тогда покажем, как это будет выглядеть. Выключай. Марсенчик, ты так и не отошел. Вот пока я вешал вот эту табличечку, глянь, он ни на секунду не отошел. Целый час он сидел, смотрел, потому что такой ответственный момент. Жорик отвлекался. Не знаю, что там оператор наснимал, земляне. Ну вот, вот это самое главное. Теперь мы... Ты ж смотри, вот сюда, да? Да. Вот сюда приклеим. Да. Выключай камеру. За операторскую съемку, за все. Вот все мы убрали. Теперь я... Вот инструмент. Смотрите, ушло полтора часа. Ну, это мелочи. Работа ответственная. Собачки приняли. Пойду я посмотрю, как это все смотрится у нас теперь с улицы. Кто-то говорил, почему вы в калитку не ходите? А вот ходим, земляне. Вот, смотрите. Закрываю. Смотрите, ну что, сейчас я вот так отойду. Красиво, а? Здорово. Но самое главное, оп, оп. Вот что самое главное.